Привет, друзья! Заглянул на один сайтик, посмотрел, где берет исток, значит, я после ссылочку внизу отправлю, то есть, вернее, оставлю под видео, немножко там сделаю описание. В общем, берет исток Днепра, начало Смоленской области в Бочарово. Ну и давайте возьмем то, вспомните, как поступила Украина с Крымом. В общем, перекрыли ли воду крымчанам, там, жителям Крыма, когда Крым ушел уже к России, в состав к России, и решили украинцы сделать водную блокаду. Ну и теперь вот украинцы пускай помыслят, если смоленский народ, может, сразу скажу, может не побояться ни Путина, никого, может просто выйти совместно с смоленчане, также могут приехать из Москвы помочь смоленским жителям, да с любых городов России, просто засыпать Днепр песком или сделать ответвление не в другую сторону, и уже Украине Днепр не видать, как своих ушей. Всем до новых встреч!